Меня заставили 20 раз отжаться. Competition класс они. Теперь я тренер не только по джиу-джитсу, я еще тренер по блинам. Сегодня у нас такой кулинарный блог. Мои кривые руки почти не потребовались. Сделал все специалист, а я не мешал. Я прошел паспортный контроль по поводу антиковидных мер. В целом все лайтово в Домодедово. Спрашивали обязательно тест ПЦР, который из лаборатории, которая аккредитована в государственных органах, в общем. Спрашивали обратный билет, потому что я лечу без обратного билета. Пришлось сказать, что, мол, да-да, скоро будет, сейчас мне пришлют, а-ля есть. Так как я еще лечу через Эфиопию, относительно долго проверяли правила, там, все ли нормально, ничего не нужно ли дополнительно. И, в общем, очень дотошно проверяли, вот перед тем, как выдать билет. После того, как выдали билет, уже ноль проблем, зашел. На паспортном контроле спросили, что прусь, но довольно все лайтово. Я лечу не один. Мою спутницу с украинским паспортом на паспортном контроле увели куда-то на проверку. Сижу, жду. Не знаю, чем кончится. Интересная новость. Вчера написали в новостях, что в Эфиопии нестабильная политическая ситуация. Говоря простыми словами, в Эфиопии, возможно, сейчас идет революция. Поэтому, когда я прилечу в Эфиопию, возможно, такой страны уже не будет. В республике Кракожье сменилось руководство. Кракожье? А? Он не понимает. Нет. Но это не точно. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Первое. Мы не должны жалеть яиц. Часто, когда люди готовят блины, они кладут 2 яйца, 3 яйца, и блины получаются не очень вкусные. Первое правило хороших русских блинов – не жалеть яйца. Нам потребуется 6 яиц. Я это съедаю вдвоем, то есть это такое для меня и русских – это, ну, вдвоем покушать. Дальше активно перемешиваем. Так. Мы используем литр молока. Вообще, по идее, можно было бы уменьшить дозировки. У меня не очень хорошо с математикой, поэтому я не могу рассчитать, сколько всего потребуется, если уменьшить. Поэтому мы готовим всегда одну порцию. Russian size. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Теперь нам нужно 10 ложек муки. Вот простой рецепт. Готовим дома, там ничего не замеряем в граммах. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Мы перемешиваем муку с битыми яйцами, пока греется молоко. И когда ты добавляешь горячее молоко, то яйца не готовятся? Так? Мы добавляем не горячее молоко, мы добавляем теплое молоко. Главное, чтобы не холодное. Теплое молоко позволяет, во-первых, разбить комочки, чтобы ничего не слиплось. Взбиваем медленно, прям вот поглаживая, счищая со стенок, то есть мы никуда не торопимся. Доливаем 2 столовых ложки масла. Налили масло. Бам! Это позволит блинам не пригорать к сковородке. И еще позволит лучше размешивать, чтобы было меньше катышков и само тесто было лучше. Обратите внимание, как я сейчас размешал, то есть у меня уже здесь катышков очень мало, и это еще не добавлялось молоко. Я не добавляю ни сахар, ни соль. То есть подсолнечное масло, яйца и молоко сами по себе дают вкус. Если насыпать сахар, это будут сладкие блины, которые не очень хорошо подходят к рыбе. Насыпать там соли, да, они будут более соленые, не подойдут к сладкому. То есть я делаю свои блины как универсальную основу под сладкое, под соленое, под рыбу, под мясо, там, под ягоды, под сметану, под сгущенку и так далее. О. Вот, проверили молоко. И в несколько приемов. Раз, пошли мешать. Мы не вливаем молоко сразу. Мы его перемешиваем, добавляя постепенно. Второй раз добавили. Когда я перемешиваю после залива всего молока, я хочу, чтобы было как можно больше пузырьков, чтобы тесто напиталось воздухом. И чем больше пузырьков, тем больше будет красивых пористых блинчиков, таких легких, воздушных, тонких.
нам нужна горячая сковородка. Важно несколько моментов. Во-первых, она должна прогреться вся. Часто люди торопятся, то есть они прогревают центр сковородки, туда плюют, видят, что оно все испаряется, а сковородка горячая. Нет, ребят, сковородка должна прогреться, чтобы у вас в первую очередь прогрелись борта. Вы же, блин, будете поддевать, чтобы перевернуть с краев, соответственно, нам нужно, чтобы он по краям прогрелся, нам будет удобно его снимать. Сковородка разогрелась, мы налили масло. Масло иногда лучше налить побольше, чтобы оно у вас по сковородке поплавало, погуляло, везде все смазало, потом можно слить в раковину. Это лучше, чем у вас будет мало масла, и у вас остается какой-то кусок, который вы не промаслили, который начнет пригорать и портить вам блины. Ох, сори. It's in Russian we have... скажи, Настя, у нас есть в России фраза «первый блин комом», типа «первый блин» у нас никогда не получается. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Сплошные новые растворили, 2 часа блины ходили. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. А классический русский блин с маслом. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Тебе два приветствует вас в Эфиопии. В общем, я в Африке. Сейчас я вам расскажу офигительную историю. Я узнал просто секретный секрет по поставке нелегальных иммигрантов в Европу. Наш рейс шел через Афины по какой-то причине. То есть мы остановились и где-то часик стояли. То есть мы не выходили, просто стояли. Как на вокзале. И значит, несколько человек закинулись, кажется, какими-то таблеточками, попадали в обморок. И, значит, их сопровождающие начали устраивать истерику. Мол, человеку плохо, отвезите нас в больницу. Оказалось, это делается для того, чтобы остаться в Европе, пока мы припарковали. Вот. А какие способы нелегальной иммиграции в Европу, знаете вы, напишите в комментариях. Ой, блины, 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 вы блиночки мои. Мы ждем, когда вокруг блинчика появится такой ободок прожарки. И тогда мы его поддеваем и переворачиваем. Блины, блины, панкейка блины. Из-за этой истории с этими, с эфиопами, которые притворялись, наш рейс из Афин задержали где-то на 1-1.5 часа. Я написал Мише об этом, но он меня неправильно понял, поэтому они с Андреем проебались и не приехали. Поэтому я вот с этим всем добром отправляюсь на такси. Благо, у меня с прошлого раза остался международный Uber. Ехали. Ой, блин, блин, блин. У нас есть баклажанная икра, у нас есть кабачковая икра, да? Икра из тыквы, ребят. То есть бразильцы уже на шаг вперед. Икра из тыквы. E aí, aqui é uma bolinha que guarda o chá aqui dentro para ele ficar em infusão dentro da água. Хорошо. Итак, это, наверное, финальный кадр этой серии. Мы собрались все вместе. Габриэль, его жена, его родители, его сестра, Настя. За кадром Игорь, которого не видно, но который помог нам все это снять. Я хочу сказать большое спасибо, что вы согласились на мою идею, согласились меня пустить, показали, как у вас все устроено. Поделились со мной секретами бразильской кухни. Я был рад поделиться с вами способом приготовления русских блинов. Вы очень гостеприимны, у вас очень круто. Большое спасибо. Настя, переведи. Переводи, что ты смотришь, я на видео снимаю. Я просто muito de receber ele, todos vocês aqui. E muito obrigada se тебя принимать, ну, потому что ты идешь в кафе здесь.
И всех нас. Обригада. В общем, я добрался, офигенно устал, 25 часов, это только полет плюс дороги. Завтра пойду на тренировку первую. Если вы помните, в прошлый раз мы жили в хостеле, вот, а теперь я как белый человек живу в кондоминиуме. Пока все, отдыхаю. Привет, как дела? Это твоя первая тренировка за сколько времени? Ну такая нормальная, я не знаю, за 2 года, может. С того момента, как ты уехал? Да, примерно так.